Сейчас вы увидите ролик фильма «Человек-паук вдали от дома», но если вы не видели «Мстители. Финал», остановитесь, потому что в ролике много серьезных спойлеров. Ну а если видели, приятного просмотра. Куда ни пойду, всюду вижу его. Мне его не хватает. Знаю, мне тоже. Вряд ли Тони решился бы на такое. Не будь он уверен, что ты продолжишь его дело. Ты станешь новым железным человеком. Стал бы, да некогда, за всю полицию отдуваюсь. Ты чё? Да шучу я. Успехов в работе. Ну а я на каникулы в Европу. Ответь, это Ник Фьюри. Не хочу я говорить с Ником Фьюри. Нет, ответь. Зачем? Иначе говорить с ним придется мне, а я не горю желанием. Ах так, Ника Фьюри на автоответчик? Всё, я ушел. Ты не сможешь убежать от Ника Фьюри. Привет, ботаном. Привет, как раз обсуждаем поездку. Я на пьяццо Сан-Марко. Похоже, я и правда ей нравлюсь. Помню, как я в первый раз влюбился. С тобой очень сложно связаться, Человек-паук. Это мистер Бэк. Моему миру нужны такие, как ты. Твоему миру? Он с Земли, но не с нашей. Щелчок проделал брешь в измерении. Вы из параллельной вселенной? Есть работенка. Отказ не принимается. Неужели больше никого не нашлось? Тор, например? Недоступен. Капитан Марвел? Нет связи. Я просто дружелюбный сосед, сэр. Да ладно, ты же в космосе был. Чего же ты хочешь, Питер? Гулять по Венеции с любимой девушкой. Рассказать ей, что я чувствую. МДЖ, я... Человек-паук? Нет, с чего ты взяла? Да вроде, это и так понятно. Возможно, ты не готов, но это мой священный долг. Спасение мира требует жертв. Человеческих тоже. О, боже. Я постоянно подвергаю друзей опасности. Миру нужен новый железный человек. Решай, ты с нами? Человек-паук. Вдали от дома. Так, я за вами. В темпе, в самолет. А вы кто? Я Человека-паука. Работаете на паука? Я работаю вместе с пауком, а не на паука. Новый план! Новый план!